Всем привет! Хочу поделиться успехами своего сына Никиты. В связи с семейными обстоятельствами Никита не посещал садик где-то около месяца. Вчера я его отвела в новый для Никиты садик, в логопедическую группу нас перевели. Когда пришла к воспитателю, я начала предупреждать о его особенности по поведению, что надо ему сказать, если он поведет себя вот так, если там будут истерики, как на это надо реагировать. Вот. Но рассказала, в общем, все тонкости, нюансы. Когда я пришла забирать Никиту из детского сада в обед, ко мне вышла воспитательница и сказала: «Мне нравится этот ребенок. Я не знаю, про кого вы рассказывали, но ничего подобного не было». Когда Никита пришел в группу, он вел себя так, как будто он тут и был. Он играл с детьми. Ему интересны были все игрушки. Когда было занятие по математике, он ответил практически на все вопросы ей. Он занимался в темпе со всеми детьми, не отставал, что характерно для Никиты. И у него медлительность, он очень медленно все выполняет. Он может часами сидеть, вот писать. Там все было замечательно. На физкультуре, она мне даже потом прислала видео, он выполнял все, что говорит учитель. Вот. И наравне со всеми детками, где-то даже лучше них. Когда я пришла его забирать, воспитатель сказал: «Да завтра к нам придешь?» Ну, он с радостью согласился. Вот. Но моей радости, конечно, не было предела. Я ожидала, ну, не такого результата. Лучше, но не настолько. Вот я очень довольна. Спасибо, Давид.